Для получения аттестата выпускникам в этом году не придется сдавать ОГЭ и ЕГЭ. О подробностях порядка сдачи госэкзаменов на своем сайте рассказала Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. Аттестаты всем выпускникам будут выдавать на основе итоговых годовых оценок. Основной государственный экзамен официально отменен. ЕГЭ будут сдавать только те, кому нужны результаты тестирования для поступления в ВУЗ. Сроки сдачи экзамена для 11-классников переносятся на более поздние даты. На данный момент рассматривают вариант старта ЕГЭ с 19 июня. Для всех выпускников школ будет организована возможность сдать экзамены, необходимые для поступления в выбранный вуз. Испытания пройдут по единому расписанию для всей России. Проведение государственной аттестации организуют по рекомендациям Роспотребнадзора. При входе в пункте проведения экзаменов обязателен контроль температуры тела, как для учеников, так и для педагогов. Аудитории будут продезинфицированы, рассаживать участников планируется зигзагом, по одному человеку за партой на дистанции не менее 1,5 метра. Проведение самого массового ЕГЭ по русскому языку планируется разделить на 2 дня. Этот предмет в 2020-м рассчитывали сдавать почти 736 российских 11-классников. В Старом Осколе в этом году около 1000 выпускников 11-х классов и 2500 9-классников.